теперь нам все расскажет. Вот песня, эта песня, наверное, современница Димы Быкова, который, к сожалению, так опаздывает, которую мы все так любим. «Я сегодня дождь». Это Сергей Смирнов, автор ее. Он написал на стихи Виктора Гончарова. Сам собой разноцветным, синим, рыжим, белым, радугу поднявшим над рекой. Разноцветным, синим, рыжим, белым, радугу поднявшим над рекой. Я сегодня дождь, и я ее поймаю, зацелую золотую прядь. Захочу до самого трамвая, буду платье плотно прижимать. Захочу до самого трамвая, буду платье плотно прижимать. Я сегодня дождь, уйду походкой валкой, перестану встану засыхать. А на утро свежие фиалки кто-то ей положит на кровать. Свежие фиалки кто-то ей положит на кровать. Я сегодня дождь, пойду бродить по крышам. Я сегодня дождь, я ее поймаю. Я сегодня дождь, уйду походкой валкой. Слова можно разобрать, ничего так, звук-то, да? У меня был еще период в жизни череповецкий. Я жил в городе Череповце, Вологодской области, 6 лет. Замечательное время. Там тоже есть хорошие музыканты, поэты. Вот один из них, Андрей Широглазов. Вообще-то он из Ангарска, Иркутска, Череповца, сейчас в Москве. Но это старинная песня, еще иркутский период. Называется она «Перечитывая Льва Толстого». Когда на душе хреново, и в баре кончается кир, я открываю Толстого и считаю «Войну и мир». И в платье покроя простого, как правило, из-за портьер входит Наташа Ростова. В скромненький мой интерьер входит Наташа Ростова. В скромненький мой интерьер. А! Неужели Наташа? Боже, какой пассаж! Как там матушка ваша? Как там батюшка ваш? Балконской все так же не сносим, что Пьер перебрался в Москву. У нас, вы знаете, осень, и дворники жгут листву. Что слышно о Бонапарте? На Англию точит зуб. У нас, вы знаете, в парке срубили столетний дуб, и стала держава наша ровно на дубе
О чем это вы, Наташа? А, кажется, о войне. О, Боже, какие сферы. Хотите, открою секрет. Вы выйдете замуж за Пьера через несколько лет. За Пьера, как странно и страшно. А что же за балконским раздор? Не будем об этом, Наташа. Это другой разговор. Светает уже полшестого. Трамвай громыхнул за окном. Я закрываю Толстого и ставлю на полку том. И снова на сердце хреново. И вдруг колыханье портьер, и входит Наташа Ростова в скромненький мой интерьер. А это тоже старая песня, написал ее в начале 90-х годов, тогда была гласность. И вот тогда появились в печати стихи Александра Тимофеевского, московского поэта, который был, он был непечатаемым в свое время за свою публикацию в «Синтаксисе». Вот эта песня называется «На 21 августа 1968 года». Я добегу туда в тревоге и молча встану. И мать в канаве у дороги увижу пьяное. Ее глаза увижу злые, лицо чужое. Космы редкие, седые, лотком прикрою. Слышу запах перегара и алкоголя. И помогу подняться старым. Пойдем-ка, что ли? И мать потащится за мною. Мостком дощатым, хрипя и брызгая слюною, ругаясь матом. Мне будет трудно с нею пьяной, тупой и дикой. И проходящие все станут в нас пальцем тыкать. Мальчишки, словно камень, позор, сыновник, как будто в этом страшном сраме я сам виновен. Я тяну ее упрямо, от слез слабея. Хочу и крикнуть, опомнись, мама. Да не умею. А вот это вообще известная песня «Прощальный ужин» Александр Николаевич Вертинский. Ну вот у нас в Иркуте в ресторанах ее играли немножко вот так, по-ресторанному. И я вот разучил именно с голоса воркутинских музыкантов ее вот такой воркутинский вариант Александр Вертинский. Сегодня томная луна, как пленная царевна, грустна, задумчиво, бледна и безнадежно влюблена. Сегодня музыка больна, едва
едва звучит напева, она капризна и нежна, и холодна, и гнева. Сегодня наш последний день в приморском ресторане. Упала на террасу тень, зажглись огни в тумане, отлив лениво ткет по дну узоры пенных кружев. Мы пригласили тишину на наш прощальный ужин. Благодарю вас, милый друг, за тайные свидания, за незабвенные слова и пылкие признания. Они, как яркие огни, горят в моем ненастье. За эти золотые дни, украденного счастья, благодарю вас за любовь, похожую на муки, за то, что вы мне дали вновь изведать боль разлуки, за упоительную власть пленительного тела, за ту божественную страсть, что в нас обоих пела. Я поднимаю свой бокал за неизбежность смены, за ваши новые пути и новые измены. Я не завидую тому, кто вас там ждет, тоскуя за возвращение к нему. Бокал свой молча пью я. Я знаю, я совсем не тот, кто вам для счастья нужен, а он иной, но пусть он ждет, пока мы кончим ужин. Я знаю, даже корабля необходима пристань, ну не таким, как мы, не нам, бродягам и артистам. Леня. Спасибо. Ну еще одну, да? Да-да-да, мы уже немножечко по времени, Виктор Александрович, больше, да? Немножечко, да. Большое спасибо. Но я стою в лагере, как называется лагерь, сейчас скажу, «Люди Севера». «Люди Севера», приходите, да. Приходите туда, и следующую песню я спою вам там.